Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня вторник, 239-й лоскутный эфир. Ну и как многие из вас уже догадались из заставки, мы сегодня с вами будем дошивать вот такую подушечку. Подушка для малыша, лесная акварель. В предыдущих эфирах, в 237-м, мы с вами сшили лоскутный верх. В 238-м лоскутном эфире мы эту подушечку с вами простегали свободной ходовой машинной стежкой. Ну, те, кто у нас учится на курсе ремесло и кто шьет уже быстро, уже все поняли из заставки. И кто хочет научиться, я вам сейчас подробно, детально объясню, как закончить сборку вот такой подушки. Итак, поехали. Первое, что у нас с вами есть, это вот такой вот уже обрезанный и простеганный лоскутный верх, состеганный с подкладочкой. В данном случае это у нас подкладка вот эта вот, поскольку я шью подушку для малыша, для новорожденного, поэтому я делаю все максимально экологично, безопасно, красиво. Вот это у нас вот такой специальный хлопок. Но здесь, если вы шьете подушку в машине или куда-то, вы можете поставить термостежку. Итак, что же мы с вами делаем дальше? Вот специальный планчик, который вы видели в самом начале. И сейчас мы должны подобрать ткань на обратку, ну, на оборотку, или, как говорит, проще, на задник. Кажется, что это ерунда, и можно поставить любую ткань, но посмотрите, какой интересный момент. Вот подушка, она постоянно в каком-то движении. Вы вот так, то так, то так, вот то ребенок на ней спит, как бы. И все равно вот этот задничек будет виден. Поэтому вот в данный момент, посмотрите, вот я специально подобрала такую светлую ткань с таким тоже цветочным лесным узором, которая подходит вот к этой вот подушке. Это тоже ткань для пэчворка. И сейчас мы с вами должны эту тканюшечку, вот я уже отрезала. Во-первых, вопрос первый. Если у нас подушка 40 на 40 сантиметров, ну явно, что длина вот этой полосы должна быть, ну чуть-чуть с запасом, 41-42 сантиметра, вот так вот, да? А какой длины, чтобы вот эти вот задничек перекрывал друг друга и подушка не выскочила, какой длины, ширины, точнее, высоты, вот так, если правильно, должны быть эти полосы. Все очень просто. Смотрите, у нас подушка с вами 40 сантиметров, видите? Умножаем на коэффициент золотого сечения большой, умножить на 0,62. У меня получается 24,8 сантиметра. И еще мне нужно на подгибку плюс 1,5 сантиметра. 26,3 сантиметра. Ну, таким образом. Вот эта ширина вот этой полоски должна быть примерно 26-27 сантиметров. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны с вами вот этот краешек загладить. И что? Сделать шов, чтобы у нас вот этот край подушки был закрыт. Прямо сейчас это делаем. Смотрите, вот у меня утюг. Я беру и просто заглаживаю вот так. Тот край задника, который будет обращен к середине. Вот что у меня получилось. И точно так же я заглаживаю вторую половинку этого задника. Мой следующий ход светлыми нитками. У меня здесь светлые нитки стоят. Я очень аккуратно, простой прямой стрелочкой. Закрываю срезы. Вот так. Все, осталось пройтись утюжком. Видите, срезик у меня закрыт. И вот подготовленный мною лоскутный верх. Вот он, лисичка, видите? Я его переворачиваю вот так вот. И сейчас я накладываю сначала нижний вот так вот. Вот
Так, ровно сюда, все ровно, все хорошо. Значит, булавочками прикалываю. Про булавочки. Смотрите, вот есть такие короткие булавочки, а есть булавочки более длинные. Вот такие вот. Я вот лучше люблю использовать пальтовые, они как-то покомфортнее. Но когда вы вкалываете, смотрите, чтобы вы не выходили за край вот этого своего топа. Потому что если вы булавка будет высовываться, вы просто, ну, убьете нож свой. Сейчас я вам покажу. Итак, я приколола. Вот. И уголочек, смотрите, вот, чтобы был у меня ровненький. Видно, да? Хорошо. Теперь точно так же вверх осторожненько накладываем. Все аккуратно, ровненько. Вот так вот. И тоже булавочками. Я вот так прикалываю. Ой. Переворачиваем на лицевую сторону и лишнюю ткань вот здесь вот просто срезаем. Делаем это, конечно же, при помощи ножа. Вот у меня любимый ножик. Так, готовы? Пальцы. Ага. Вот засада. Ну ладно, хорошо. Так, и вот эту вот часть. Вот мы с вами обрезали лоскутный верх и совместили его с оборудкой. Сейчас мы будем пришивать окантовку. Итак, смотрите, сейчас будет самый сложный этап – окантовка. Первое. У меня задник светлый, и нитки вверху и внизу у меня, соответственно, светлые. Второе. Откуда начинать? Да, собственно, начинать-то можете откуда хотите. Ничего страшного в этом нет. Ну вот, смотрите, что я делаю. Вот у меня мой краешек, который я предварительно загнула. Видите, вот он. И сейчас я где-то вот примерно с высоты 1/3 подушки вот так вот вкалываю иголку. И с припуском 6 мм. Девочки, с припуском 6 мм. С припуском 6 миллиметров. Шью. Прямой строчкой. Я дохожу до края. Отступила от края 6 миллиметров. Вот он. Вот у меня точка. Видите? Посмотрите, что я делаю. Внимательно. Смотрите. Я дошла до края 6 миллиметров и закрепилась. Закрепила шов. Теперь я беру длинную булавочку, вот такую длинную булавочку, видите, и отворачиваю ленту налево под углом 45 градусов. Край подушки и лента абсолютно составляют одну линию. Вкалываю булавочку, видите. После этого я ленту отворачиваю влево, вот. И на расстоянии 6 миллиметров от края, вот здесь, я вкалываю иголку, закрепляюсь. И снова точно так же иду с припуском 6 миллиметров. Я подхожу к краю, к следующему углу. 6 миллиметров от края должна остановиться. Смотрите. Я ровно подошла, остановилась и закрепилась. Сейчас мы нашу окантовку, уже пришитую, отутюжим. И посмотрите, как я это делаю. Внимание! Итак. Убираем отсюда все линейки. Значит, первое. Я вынимаю иголки.
Вот они. Причем все иголки. Посмотрите, у меня еще вот тут иголки были. Все, проверила. Теперь я вот утюжкой с паром, видите, я немного смягчаю вот эту вот окантовочку. И сейчас я ее отглаживаю жестко, с паром, вот так. То есть вот-вот, вот до какого состояния, видите. Сейчас, секунду. Вот до какого состояния я должна ее довести. Вот так утюг ставлю, он стоит и парит. Не ерзает вот так. Эту сторону. Чем тщательнее я здесь проведу отутюживание, тем более качественной и ровной будет моя окантовка. Здесь я утюжу с паром, смотрите. Видно хорошо. Вот промежуточный результат. Продолжаем. Смотрите внимательно. Сейчас я на лицевую сторону завернула. И вот так вот. Два раза. Раз и два. Вот так заворачиваю свою уже пришитую наполовину беечку. Пар выключаю на утюге, чтобы руки не ошпарить. И вот так вот ее заглаживаю. Вот что получается. Видите? И так я делаю с каждой из четырех сторон. Обратите внимание, вот место стыка у меня, видите? Здесь точно так же. Смотрите, вот краешек, он идет ровно. Вот я его вот так завернула, а сейчас заверну вот так. И у меня уголочек будет вот этот, ровненький, аккуратненький. Доглаживаем с вами бейку. Смотрите внимательно, что у меня получилось. В силу того, что я хорошо поработала утюгом, у меня вот эти уголки, посмотрите, они очень-очень ровненькие. Вот прямо смотрите, вот я вот так заглаживаю вот так и вот так. Видите? Они становятся вот такими аккуратненькими, ровненькими, пряменькими. И сейчас я вот эту бейку буду пришивать. При пришивании бейки обратите, пожалуйста, внимание на цвет нитки. Вот здесь, вот с этой стороны, поскольку у меня здесь белая, у меня будет нитка, конечно, светлая. Вообще она такая вот светло-молочного цвета, вот такого. Прямо сейчас вам покажу. Это вот, ну вот смотрите, вот тут у меня прямо идеальный случай. Вот нитки и вот задник. Значит, это нитки, кто спрашивает, Мадера. Номер их 125, это равносильно нашей 50-ке бывшей советской. И номер этих ниток, прости господи, не написано, забыла. Короче, эти нитки светло-молочные, на всякий крайний случай, они есть в нашем учебном магазине. И сейчас мы с вами начинаем шить еще нитки для верха. Вообще можно здесь использовать рыженькие, светло-коричневые нитки. Но вот поскольку я склонна вообще ко всяческим красивым таким вещам, я вот для того, чтобы сверху сделать верхнюю строчку, беру вот такие нитки. Это немецкий Aeroquilt, номер у них 96-00 на всякий случай. Сейчас опять будут говорить, что я барыгой торгую. Короче, они есть в нашем учебном магазине, можете брать, если хотите. Итак, шьем. Вот сейчас вы смотрите с близкого расстояния очень внимательно. Смотрите, вот у меня уже заглаженная беечка, видите? Простым прямым швом, никаких изысков не надо.
Вот я вколола иголочку, видите? И очень близко к краю, вот этому краю завернутой ткани. Сейчас, извините, нитку вот эту обрежу. Смотрите, буквально на расстоянии 1 миллиметра. Видно, что строчка идет ровно. Я сейчас вам переставлю камеру, чтобы вы видели с этой стороны. Смотрите. Вот. Вот у меня уголочек. Видите? Я подхожу к нему. Чуть-чуть даю назад. 2-3 стежка. Поворачиваю. И снова точно так же моя задача закрыть вот этот белый шов, которым я пришивала окантовку. Смотрите, опускаю. Мы никуда не торопимся, совершенно спокойно. Вот у меня место стыка. Я его прохожу очень-очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Смотрите, как. Так, вам плохо видно сейчас. Вот сейчас, наверное, будет видно получше. Давайте. Вот мы с вами тоже делаем ровненький такой, смотрите. Аккуратненький, прямо красивый уголочек. Вот ровненький-ровненький, смотрите, какой. Чуть-чуть тап-тап назад. Секунду. Видно, да? И поворачиваем. И снова. Вот так вот. Шьем аккуратно прямым швом вдоль края. Ровненький уголочек выводим, смотрите. Тап-тап назад. Поворачиваем. То же самое, смотрите. Видно, да, что я делаю? Вот я иду вдоль шва, вдоль края. Вот у меня последний уголочек. Смотрите. Ровненький, аккуратненький уголочек я делаю. Вот так вот. Вот он. Смотрите, какой красавчик. Видите? Тап-тап назад. Поворачиваю. И мне осталось прошить буквально 3 шажочка. Вот я их прошила и закрепляюсь. Все. Вот смотрите, я прошлась еще утюжком, и у меня получилась идеально ровная окантовочка, сделанная не на какой-то специальной супер-пупер машине, на обычной прямострочной машине. Вот посмотрите шов. Видите, вот он идет миллиметр вдоль края. Это все
Это весь секрет хорошей окантовки. Итак, у нас с вами прямострочная машина. Долевая бейка шириной 3,5 см и длиной при подушке 40 на 40 примерно 180 см. То есть это периметр плюс 20 см запаса на развороты углов и на перекрытие как бы. Все, фактически наволочка у меня готова. Вот она, видите? И сейчас мы с вами сделаем подушку. То есть вот этот вот внутренний вот этот вот вкладыш в подушку. Сейчас прямо вот сейчас я вам показываю, как его сделать. Смотрите, делаем внутренний вкладыш, наполненный, ну, чем-то пухом, тенсулятом и так далее. Вот у меня кусок обычной бязи. Вот в этот момент не надо никаких извращений, не надо никаких специальных тканей для пэтчворка. Кусок обычной советской бязи. Смотрите, я загнула на левую сторону вот так вот. Загнула вот здесь. И сейчас я вот так по швам с левой стороны, вот так вот просто, не зашивая вот этот вход, просто это сошью. Показывать не буду, это вы сделаете сами. Смотрите, наконец-то я сшила две строчки здесь и здесь. Гениальнейшее произведение, вкладыш для чехол для вкладыша подушки. Обратите внимание, вот здесь у меня края завернуты, но не обработаны швом. Я выворачиваю свой гениальный чехол, вот он. И сейчас я буду набивать его чем-то. В данном случае у меня остались вот обрезки от тенсулейта, видите, который я использовала в детском одеяле. Тенсулейт очень хороший, он быстро сохнет, он экологичен, безопасен. Сделан по сертифицированной технологии. Ну, а самое главное для нас с вами, то, что с 2007 года приказом Минздрава Российской Федерации тенсулейт рекомендован для одежды и постельного белья, цитирую, детей, начиная с рождения. И вот таким образом. Так, попали иголки сюда. Ни в коем случае они сюда не должны попадать. Сейчас, извините, сейчас я их соберу. Вот они. Конечно же, мы следим, чтобы они грязь ничего сюда не попало. И вот таким образом, смотрите, я просто не режу, а даже рву, смотрите, тенсулейт вот на такие клочочки. Видите? Так, я их складываю в подушечку, вот, набиваю ими подушечку. Все, вот в уголки положила, вот так, чтобы было хорошо. Так, надо еще немножко набить, не хватает, маловато. Так, и вот. Набиваю подушку. Смотрите, вот я набила подушечку свою, видите? И сейчас, помните, я вот загнула вот эти краешки, да? И сейчас просто прямым швом, очень даже просто, посмотрите, строчкой. Все, подушку я зашила. Видите, вот моя мягонькая подушечка из тенсулейта. Видите, я, конечно, ее вот так вот потискаю и потрясу, чтобы там внутри вот этот тенсулейт порванный, он помягче улегся. И теперь мне осталось совершенно сущая ерунда. Взять уже готовую наволочку. Вот она. Видите? И вот таким образом. Вот эти уши я вот сюда положу. Вот, вот так запихну. И вот так вот. Уши, уши. Смотрите. Вот. Эти уши в эти уши. Вот. Теперь эти уши. В эти уши. Так, вот ухо, вот ухо, вот, ага. Вуаля! Граждане, вот у нас с вами готовая, красивая, очень экологичная, удобная, безопасная подушка для ребенка. Дамы, краткий осадок нашей сегодняшней беседы. Сегодняшний эфир был ориентирован исключительно на начинающих. В результате мы с вами детально, подробно разобрали все операции по сборке наволочки для малыша. Мы с вами пришили задник, мы поговорили, какого цвета этот задник, вспоминайте, какого цвета он должен быть. Мы поговорили, как пришить окантовку. Обратите внимание, какого цвета окантовка. Она рыженькая, коррелирует с нашей лисичкой. А здесь она тоже коррелирует с нашими белочками. Все прекрасно. И мы с вами сделали вкладыш
мы сделали чехол для вкладыша из простой советской бязи, российской бязи, и положили туда рваный тинсулит. Что класть внутрь, во вкладыш, там, гречишную шелуху, что-то еще, как бы, это сугубо воля ваша, как бы. Я пользуюсь тинсулитом, который у меня остался от одеялок. Что хорошего в этой подушке? Во-первых, ее можно стирать как полностью, так и по частям. Можно стирать отдельно наволочку, можно вынимать вкладыш и стирать. Если мы имеем дело с маленьким ребенком, ну, вы знаете, случаются всякие неожиданности. В частности, иногда писенье подушки бывает. И если подушку надо постирать, вы хоть ее так целиком бросаете в стиральную машинку, хоть вынимаете вкладыш, хоть стираете по отдельности. Как стирать? Очень просто. Деликатная стирка – это температура 40, отжиг 400 оборотов. Больше просто не надо, потому что, ну, не надо. Значит, почему 400? Ну, можно, в принципе, и больше, ничего не будет. Просто вот эта стёжка, вот не дай бог, где-то на разрыв, как бы она может где-то лопнуть. Зачем нам это надо? Нам это не надо. Значит, и еще момент. Так, я сказала про стирку, как бы. Все, сушить можно подушку вот на горизонтальной поверхности, на любой, как бы. Это тинсулит, он сохнет максимально быстро. Итак, тинсулит и наша наволочка. Тинсулит экологичен, эффективен. Безопасен, рекомендован для новорожденных Минздравом РФ с 2007 года. У меня на сегодня все. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня и приходите учиться в нашу академию. Ну, пора уже.